Что дальше? Ну, чтоб далеко от соль-мажора не отходить. В той же тональности. Рука сама встала. Я, подобно собаке, сидел под твоими дверями. Я не пил, я не ел, мне хотелось лишь уйти на луну. А внизу лежал город, доставший своими огнями, проглотивший тебя совершенно одну. Твой муж-алкоголик стрельнул у меня на похмелье, и я отдал ему все, что в карманах, лишь бы только отстал. У соседей напротив идет третий день, день рождения, а может быть свадьба, а может семейный скандал. Беспрестанно работает лифт, да только все мимо кассы. Для него твой девятый этаж видно словно Монблан, занесенной метелью, заброшенной лыжной трассой, где на финише я, угодивший в капкан. Здесь Бэт вступает. Соло типа. А я отдыхаю. Но уже готов. Я сижу под твоими дверями и слушаю крышу. День прошел, за собой приведя негатив. Спать давно улеглись кошки, люди и мыши. Я хочу быть с тобою, пока я еще жив. Я выгрызу вены себе, если что-то случится. Я напьюсь своей собственной крови, а после вина. В этом городе сраном прикольные разные лица. Только вот знаешь, мне здесь не хватает тебя. Тебя. Мне не хватает тебя. Не хватает тебя. Мне здесь не хватает тебя! Вау! Я подобно собаке Я подобен собаке. Аф. Я подобен собаке. Ау. Я. Этого парня в красных штанах, он пришел меня выгнать.
Да. Я уговорил Чигракова спеть еще одну песню. Ваши аплодисменты, Чиграков на сцене. Не хотел. Чего врешь-то? Блин.